Друге місце займає Карпець Вікторія. В Коломії в Івано-Франківській області на початку листопада проходив чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 13 років. Тренер КДУ США Геннадій Зубець супроводжував двох наших спортсменів, які пристойно виступили на турнірі. Поступлення, да, оно одно із самых удачных. Почему? Потому что есть призер. Перед этим три, она была четвертая. Все время боролись, но никак мы не могли преодолеть этот барьер и наконец-то ворваться, как говорится, в тройку лидеров. А сейчас все получилось. Второе место сработали на 6 подходов. Установила личные рекорды. В принципе, ну, только это ей позволило, ну, ворваться туда, и потому что очень, как бы, удачное выступление. Вы планировали, в принципе, что такой будет результат? Или это был, ну, немножко, как бы, прыжок выше головы? Нет, с ней, конечно, планировали. Да, да, планировали. Второй спортсмен, с ним мы, как и в основном, опыта, как говорится, набираться, потому что это его, не его возраст, следующий год его возраст. После рывка он был четвертым. Последний подход, если бы мы поднимали, если бы он был удачным, он бы был вторым в рывке. Ну, немножко не получилось. Где-то вот не хватило нам, как говорится, времени. Ввели этот карантин, должны были у нас были быть соревнования, как перед стартом, как бы проходочка у нас так называется. Их надо было сделать для того, чтобы они прочувствовали веса, для того, чтобы сходили на эти веса. А там мы шли, как говорится, как слепые котята на ощупь. То есть он к этим весам еще в этом году не подходил. Да, то есть каждый вот практически подход – это как рекорд новый. Виктория попадает, я так понимаю, ну, в кандидатов в сборную Украины. Я думаю, да, это не от нас, конечно, зависит. Это зависит от тренера сборной команды Украины. Ну, я думаю, вполне. Если бы я был тренером сборной, я бы взял. Да, я бы так и сделал. А пізніше у ФОК підійшли учасники чемпіонату України Вікторія Карпець, Вадим Зубець і Владислав Овчаренко. Наша найближча надія на звання майстер спорту, але вже серед юнаків. И мы продолжим розмову, але вже про майбутні турніри. Конечно, мы ожидали от Вики еще в прошлом году, что она будет призеркой. Вот. Но в прошлом году она заняла четвертое место, поэтому мы готовы были к тому, что через год мы должны ударять, как говорится, по бездорожью, извините. Поэтому ее этот возраст был 13 лет, именно 2008 года рождения, поэтому это в этом возрасте ее последний чемпионат Украины. И мы постарались сделать все, подготовиться, чтобы именно занять максимальное место. У нас получилось, но это не просто как бы сверху упало, а это результат ее труда, это результат тренера, который возил на соревнования. Это результат грамотной тактической борьбы, расстановки сил. Это результат грамотной разминки перед соревнованием. И она подняла прекрасные результаты для себя, личные рекорды. На 7 килограмм превысила свой лучший результат в сумме двоеборья. Да. Вот скажу, чтобы ориентировались люди просто, что вот она выступала в категории 55 килограмм. Она подняла в рывке 48 и в толчке 63. Сумма 111. До кандидата в мастера спорта не хватает 9 килограмм. Вот. То есть это достаточно, ну, высокий результат для ее возраста. Поэтому я доволен, Вика сделала шаг вперед и здорово. Но понятно, что останавливаться мы не намерены. Вот. И думаю, что все шансы у нас идти дальше. Я была уверена, что я займу место, потому что я долго до этого и шла. Было, конечно, тяжело поднимать, но я подняла все подходы. Все, когда мастер спорта у нас будет в Словуче? Не знаю. А тренер знает? Могу предположить. Да, когда? Думаю, что через 2 года через 2 можем года. Рассчитывать на это, да. Вот Вадим выступал у нас, сын Геннадия Сергеевича. Вот, немножечко до призов в рывке не хватило. Вот. Ну, там, вы понимаете, когда все спортсмены, то есть, по крайней мере, 7, претендовали на 2-е, 3-е место. Поэтому тут нужен был такой, знаете, как говорится, риск оправданный и здоровый. Ждать с неба, чтобы что-то упало, нет. Нужно было где-то рисковать немножко. То есть не только ошибки спортсменов, но и да. Просчет тонкий. Да, конечно, конечно. Поэтому вот в рывке
Может быть, если бы мы боролись только за одну медаль в рывке, может быть, не надо было добавлять в третьем подходе 3 килограммчика, как мы добавили, 50 он не поднял, остался на 47. А может быть, надо было 49 идти, тогда бы он в призах был в рывке. В принципе, я был готов, наверное. Но немножечко расстроился там, когда 50 не поднял, из-за этого, наверное, я все заруинил. Ну, будем надеяться, что у тебя такое же счастливое будущее, как вот у девчонки, которая рядом стоит, и как у пацана, который рядом стоит, который уже преодолел многие вещи. Влад выступал месяц назад в Поляне Закарпатской области, чемпионат Украины среди учеников детско-юношеских спортивных школ. Там выступали спортсмены 2003 года рождения и младше. Вот. Он занял там в отдельном движении, в толчке, третье место, бронзовую медаль завоевал. В рывке он был четвертый, да? Четвертый и в сумме четвертый. Вот. Выступили хорошо. В толчке он держал 144 на груди, толкай он этот вес. То есть уже все спортсмены закончили. У нас толчок посильнее, чем у них. И все зависело, как бы все было в наших руках. 144 надо было идти толкать, он взял на грудь, но с груди не сложилось. Если бы он толкал, он был бы второй, так мы четвертый. Ну, риск был оправданный, то есть мы знали, на что шли. Но в отдельном движении третье место Влад завоевал, 140 в толчке, он третье место в толчке. То есть ему в юниорах еще 3 старта будет, 18, 19 и 20 лет. Поэтому перспектива вот на ближайшие 3 года входить в призеры на чемпионате до 20 лет и выполнить норму мастера спорта. Вот сейчас задача у нас 270 поднять сумму, чтобы выполнить мастера спорта Украины. Он имеет будет весной, я так понимаю. Да, это будет весной, да. Есть шансы взять медаль? А то смотри, уже девчонки медали приносят. Нужно набрать вес и заниматься. Вес — это не проблема, насколько я понимаю, вот в этом для вопрос. Пока сложно. Работаем, у всех желание большое, и я думаю, что дальше будем идти вместе.